Итак, всем привет, это Спанч Боб. Это обзор «Марсиане под желтым прессом». Честно говоря, когда я смотрел по ютубу все прохождения этой игры, я не видел ни одного прохождения, где хоть кто-то говорил, поэтому не знаю, почему так. Я хочу поговорить, но это будет не прохождение, это обзор. А вы мне должны написать в комментариях, проходите мне эту игру или нет. Там, кажется, в этой игре всего три части, это первая часть. И, короче, напишите мне, пожалуйста, проходите эту игру и не проходите вообще. Мне эта игра, она очень нравится в детстве. Когда в детстве? Сейчас мне тоже нравится. Ну ладно, начнем. Игрок. Короче же, Спонжа Боб. Нет. Так. Фуа. Я даю несколько минут. Секунд, прочитайте это все. Читаем, готовы? Ну давайте, идем дальше. Итак, нам позвонили, мы должны взять трубку. Я тот. Алло, это Игорь Петрович. Кто-кто? Ну, я шеф твой вообще-то, если помнишь. Ну и? Вот, и я, значит, напоминаю, что тебе сегодня нужно быть в редакции. И с собой, значит, иметь где-то паспорт, ручку, блокнот и фотокамеру. Запомнила? Запомнила, записала даже. Не боись. Ну что ж, тогда до встречи, надеюсь. Так. Ну еще денежку на проезд давали, кажись, можно собираться. Я помню, тут что-то было. Тут очень такой полезный. Вот это же шкатулки, надо закрыть, надо найти ключик. А ключик вот он. Берем ключик. Нет, ребят, я вам сразу скажу, я эту игру очень обожаю, она очень классная. Нет. Я вам ничего не хочу говорить, мне она нравится. Открываем и выбираем блокнотик. Ой, блин, ты такой блестящий. Я кое-что помню в этой игре, так что вы не знаете, вы не думаете, что это первый раз. Я прохожу, я очень много раз. Я это еще раз проходил, так что. Вот черт, лиси здесь какая! Нет, ну эту игру проходил уже, скажем честно, очень давно. Так, зонтик берем. Что может, конечно. Нет, так ничего не выйдет. Блин, я уже. Ладно, я подзабыл. Сразу вам скажу. Это, кажется, спрятать, я помню. Да, течка, броси. Ну, пойдем. Спасибо, два уровня. Так, нужен код. Где ты тут? Я немного подзабыл, так. Журнал. Тут код, записка, 265. Так, нужен код. Где ты у меня записка? Два, а, нет, не так, а, ладно. Два. Шесть. Кажется, 5. Ну и что это у нас тут за хлам? О, фотик, то, что нужно. О, да, фотоаппаратик. Ну, как же эта игра может быть не без подсказок? Кот в блокнот, то есть нажимаю вот сюда, и вот подсказка вот. Что же тут может быть? Ну, кажется, что у нас может быть нужно? А, молоток, я знаю, зачем. Пойдемте в сумку, да? Вякает там что-то. Это бляк-бляк, неспроста. Разбей. И берем монетки, деньги точнее. Так, шанс осталось. Что там еще найти-то надо? Ковер, ковришка. Ой, что вижу. Я проходил эту игру давно, но кое-что в ней помню, так что вот я нашел этот паспорт. Ой, ну все, вещи собрала, теперь нужно положить их все в сумку. Все на свои места. Сумка? Сейчас сумочку откроем и все будем туда записывать. Да. Итак, тут уже у нас мини-игра пошла. Паспорт сюда, кажется. Фотоаппарат сюда. О, видите, мы уже все очки собрали. Денежки. Семья денежки. Из этого не выйдет, точно. Пряга. Деньги. Ручка. И блокнотик сюда. Все. О,
Все. Ну теперь можно топать наконец-то. Блин, заперто. Нужно где-то ключ найти. Самой себя запереть. Класс. Ладно, где ключ может быть? В шкафу? Да, в шкафу. Может, увидишь, что так быстро все ищу, а она хочет что-то посмотреть, подумать, но все равно это я играл, уже то, что я кое-что помню. Так, мы тут, это миссия пройдена. Ой, вот беда-то, беда-то какая, ой. Что случилось-то, бабуля? Фармий. Ой, кошелек-то у меня раскрылся, и вся пенсия раскатилась, вот беда-то, ой, ой, кто бы помог собрать. Да блин, да некогда мне, бабуля, ну, опаздываю я. Ой, беда-то какая, как же я теперь буду-то, ой, я из голоду помру. Вот черт же, а? Ладно, сейчас быстренько все заберем, не бойся. Ладно, ну, это сейчас мы пойдем, это место, я выкачу запись. И вы уже мне скажете, как проходить мне дальше. Да, конечно, не кажется, но я вышел давно, но игра все равно прикольная для меня. Это в окно типа заглядывать неприлично. Это... Да, монетка. Монетка. И не достать! Ух ты, не просунуть никак! Что вообще у тебя рука тонкая, не знаю что, и вообще, и решетка тонкая тоже. Ну и что это у нас здесь такое? Газета. Ветка. Палочка, блин, выручалочка. По жопе стучалочка. Монетка. Ветка. И тоже мы здесь. И тут монетка тоже. Ой, блин, что-то трачу же. Картошка. Так вот, блин, что мешало. Это все Санек, блин, стервец, я его уж так поддираю. Давай, поехали, вали, вали. Ой, а что это он там такое вывалил что-то? Ну, конечно, ящик. А, вот, монетка еще. Тут монетка тоже, да. Тоже монетка. Смотрите, сложно внимать, значит, дальше. Здесь... Ну-ка, ну-ка, что тут такого полезного может быть? Рукоятка пилы. Так, рукоятка есть. Мне что-то кажется, тут что-то такое еще такое нам приделать, чтобы пилить. Так, монтировка нам нужна, кажется. Нет, даже не нужна. Вот, все, кажется, все. Теперь мы должны, кажется... О, блин! Веревка. Конечно, нужная. Только что-то я сомневаюсь, что она мне нужна пока. Там оп. Явно что-то есть. Да, это разница эту штуку. Не, надо попробовать как-то по-другому. Ладно, я уже заюсь. Подсказочка, давай. А, монеточка. Ну, думаю, что можно тут сделать? Монетка. Вот черт, застряла. Надо бы как-то крышку. Крюком, вот так надо. Точно, это было, что время мертво, он должен был как бы упасть вниз. Монетка, ну ладно. Давай. Больше было монеток-то. Поищи еще, хорошо. Окей. Надо еще рукоятку найти. О, где. Блин. Блин, намусорили тут, напросячили, насвитись. Да. Да? Зажал кто-то тут одно монет. Ой, я не знаю, что мне делать? О, дверь покрасили наконец. А то ходят тут всякие неприличные буквы пишут. О, блин. Нет, там явно что-то есть. Вот. Надо бы разбить. Вещь-то, конечно, нужная. Вещь-то, конечно, нужная. Блин. Как-то. Мы заканчиваем все и уже. Слишком много времени потратили. Ой, вот беда-то. Беда-то. Давай. Кирпич в дамской сумочке одна из самых нужных вещей. Мало ли чего. И монетка. Окей. О! Вот. Теперь мы получаем пилу. И мы должны... Тут... Опять мини-игра. Конечно, смотрите. Вот нашей белой рукой мы должны достать монетку. Вот. Мне кажется, не рука, это кажется, веревка. То есть мы должны так вызывать. И мы должны брать еще вот эти штуки, мы можем их вот так брать и делать так, чтобы они перемещались. Отсюда вали. Здесь. Пока что принципе не трудно. Так. Все. Книга, можно пропускать. Если скажешь, что продолжишь какую-то игру, то когда будут трудные загадки, я буду пропускать. То ладно, даем денежки. Борис, прямо такое тебе спасибо, ну, спасибо, Пин, спасибо, спасибо, спасибо.
о профессии. Это мы сейчас закончим. Как будем играть? Ну, дайте для новички играть. Мы не нужно. Мало нужно сложности. Ну, просто... Масянь, заходи. Ну что, все с тобой взяла, что я тебе велел? Здрасте. Ну да, вроде все. Молодец. Вот, есть для тебя задание. Ну-ка, что там? Тут одна знаменитая ясновидящая у себя дома привидение обнаружила. Вот тебе нужно к ней съездить, посмотреть, так сказать, привидение. При чего, кому, кого? Привидение. Вот только телефон той дамочки, в которой тебе ехать надо, он в сейфе. Как его открыть? Ну и где она? Что-то я не видел никак. Да она, не знаю, на обеде вроде где-то. Так что не знаю. О, блин. Ладно, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если не вижу ни одного комментария под этим видео, продолжай или не продолжай, то я продолжу. Потому что эту игру очень хочу пройти, ребят. Я буду расстроен, причем очень сильно, если так мне не поговорить. Потому что это, ребята, меня очень любимые, и я очень хочу пройти. Поэтому, если кому-то не понравится, то очень любят. Мне очень нравится. Пожалуйста, не стоит. Напишите, что продолжать эту игру. Потому что, ну, если обычно не продолжать, мне, конечно же, не продолжать ее, но все равно. Мне она очень нравится. Поэтому, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, спанчбоб. Пожалуйста, не забудьте вот этим постом на это видео и не скажите, пожалуйста. Ну, хоть напишите, ну, продолжайте или нет. Ну, конечно, я вообще хочу продолжить, но не знаю. Как напишите, пожалуйста. Все, всем пока.